В деревне Межиркасы Красночитайского района установили мемориальную доску земляку, ветерану группы советских войск в Германии. Увековечить память Виктора Храмова – инициатива сослуживцев, членов Республиканской ассоциации. Группа советских войск в Германии была создана в 1945-м. Маршал Советского Союза Георгий Жуков стал ее первым главнокомандующим и одновременно главноначальствующим Советской военной администрации в Германии. Формирование просуществовало почти полвека. За это время на территории ГДР прошли службу более 108 тысяч уроженцев Чувашии. Ветеранов подразделения вот уже 4 года объединяет общественная организация. Председатель ассоциации Михаил Семенов отмечает, что для членов Республиканского Союза важно задача – сохранить память о сослуживцах. Мы выпускаем книги сейчас, пишем, собираем материалы. И вот в Цивильском районе две книги выпустили, в Шимушинском районе книга уже вышла тоже. И в Чебоксарах книга вышла. И в Чебоксарском районе вот, сейчас материал собираем. Думаю, что в 2019 году у нас книга эта выйдет. Ну, это похвально, конечно. Кроме этого, мы сейчас начали устанавливать, где у нас почетные ветераны есть, и которые ветераны в жизни добились больших, хороших результатов. И мы выставляем доски, памятные доски, где они проживают. Эта памятная доска останется навечно для его памяти, для всех жителей нашей деревни, для жителей всего нашего района. Для молодежи это будет примером. Для всей молодежи, которая живет в этом районе. Стараемся на тех домах, которые после армии достигли значительных успехов работы в народном хозяйстве. Это значит, дошли до руководителей промышленных предприятий, стали академиками, руководителем образовательных учреждений. У нас, например, в Германии служил есть бывший ректор сельхозакадемии Чувашской Кириллов Николай Кириллович, профессор, академик, доктор ветеринарных наук. Имена ветеранов группы советских войск в Германии планируют присвоить и новым улицам в ряде муниципалитетов.